А в новочебоксарской газете «Грани» принимали другого гостя. Там прошла горячая линия по новым тарифам ЖКХ. На животрепещущие вопросы горожан готовы были ответить глава администрации, представители службы по тарифам и управляющих компаний. Но телефон от звонков не разрывался. С 1 июля этого года повысились тарифы на коммунальные услуги. Жители Чувашии уже получили квитанции с новыми ценами за свет, газ, горячую и холодную воду. По этому поводу в Новочебоксарске и организовали горячую линию, позвонив на которую, жители могли получить ответы на вопросы по тарифам от специалистов. Но, похоже, вопросов не возникло. На сегодняшний день, в общем-то, квитанции граждане получили. Значит, они удивительного там ничего не нашли. Они были об этом проинформированы. Это одна из основных задач. А здесь уже просто обратная связь с тем, чтобы услышать горожан, какие вопросы у них в связи с теми квитанциями, которые поступили. Так как вопросов нет, значит, все идет оно в рамках как бы тех нормативных документов, которые приняты. За круглым столом в редакции газеты «Грани» специалисты по тарифам ЖКХ обсудили темы будущего. В этом году впервые в России вводится социальная норма потребления электроэнергии, которая будет оплачиваться по льготному тарифу. В нашей республике переход к такому виду оплаты произойдет через год. В будущем планируется ввести социальную норму потребления холодной и горячей воды. Но те, кто использует ресурс сверх нормы, заплатят больше. Также цены будут разные для горожан и сельских жителей. Будет учитываться и количество жильцов. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.